Чебоксары и Новочебоксарск налаживают контакты. На градостроительном совещании депутаты городских собраний, представители местных властей двух городов поделились своими заботами и обменялись опытом в сфере строительства. Как считают депутаты, соседям не хватает общения друг с другом. Это положение дел нужно менять, ведь города расположены близко и связаны общими сетями. Вопросы и проблемы актуальны для обоих городов. Разница кадастровой и рыночной стоимости земли, размещение нестационарных объектов на территории города, изменение зон градостроительного планирования. Разместить, условно говоря, там, пятиэтажный жилой дом. По парковкам, по размещению объекта, по пожарным требованиям, у него все соответствует. Вот вы на основании чего говорите? Мы тебе не дадим разрешение до тех пор, пока ты там весь пока ты нам проект планировки не принесешь. Строительный план земельного участка выдадим. Выдаем. Правильно? Выдаем. Мы ему градостроительный план земельного участка выдадим, но там, значит, мы в условиях прописываем. Необходимо разработать проект планировки территории. Речь за круглым столом шла о точечной застройке. Впрочем, это главная боль, как выяснилось, лишь у столицы республики. В городе-спутнике проблема решена. Они очень правильно сделали, когда происходило закрепление земельных участков за многоквартирными домами. Поэтому у них не возникает сейчас много таких вопросов, как уплотнительная застройка, потому что земли ничейной нет. Она вся закреплена за многоквартирными домами. Чебоксары, к сожалению, в свое время пошли по иному пути. Закрепление земли происходило очень ограниченно. Практически лишь участка, на котором построен дом. Именно поэтому возникла ситуация, когда земля между двумя домами ничья. Отсюда разрешение на уплотнительную застройку. Но сейчас мы в городе эту ситуацию исправляем, пытаемся исключить это все, закреплять земли за многоквартирными домами, чтобы такой ситуации впредь не было. Ну и самое главное, что мы сейчас в городе, если вы знаете, уже очень часто проводим общественные слушания, почти каждую неделю информируем население о том, что будет строиться, где и как. Чебоксары и Новочебоксарск – города, у которых разная история развития. В Новочебоксарске нет садов в черте города, частного сектора, что присуще столице. Тем не менее, депутаты отметили, что поднятые вопросы требуют более подробного совместного обсуждения. Обмениваться опытом нужно и в нормотворческой деятельности. Представители новочебоксарской делегации высказали за то, чтобы подобные встречи стали регулярными. И следующий круглый стол прошел в городе-спутнике. Нифата Гирова, Евгений Анисимов, Республика.